Здравствуйте! Опять, да, опять вернулся, вернулся, где ты был, на кого ты нас оставил? Я был буквально рядом. Но это, в принципе, не важно. А важно то, что у нас матч за третье место в турнире Хаки Оупен между сейчас, командами да. Gears of War Lavina и TD42 Клешня Денни. И сейчас мы посмотрим, кто же выиграет третье место и выиграет деньги. Сколько? 2000 американских президентов на да. команду. 2000 американских президентов по $100 на человека из расчета 20 человек в команде. Ну, я думаю, что, в принципе, неплохо, да. На Новый год можно сделать себе какой-то небольшой подарок или кому-то да. из близких. Я не знаю, кстати, насчет, как насчет в России. 25 тысяч голды. 25 тысяч голды сделать себе подарок. Да, и у нас начинается, и смотрите, что у нас происходит. Карта Фьорды. Карта Фьорды у нас. Мы еще не видели на ни одном из турниров. Карта новая, но вот так вот яйца судьбы распорядились. Да, и что за составы? ТД-42, у них сейчас 11 семерок. 11, 1.54 Ксион на ней и 2 артиллерии 261-х. А у Лавины состав более разнообразный. У них Маус, 3 тридцатки. У них большое количество семерок, 2 92-х, но у них нет СТ-шки совсем. Совсем. И они посмотрим. Начинают со второй базы, да? Или с первой? Со второй, да. Со второй базы начинают у нас Лавина. Да, и с первой. Кстати, а куда здесь уезжать вот с круга? Вот посмотри, сейчас я вот нахожусь, да, вот здесь. Вот куда я не лучше? В кругу, я не знаю. Уезжай, где тебе я удобно. Не знаю, моя хата с краю, да? Да. Ну, вот здесь вот остановлюсь. Так, что-то здесь нам пишут команды в общую конференцию. Ну, то, что напишет Маус. Да, там, организационные что-то... моменты. Да. Смотрим, смотрим, что делает у нас... Ой-ой-ой, а куда-то 43 уводит сейчас артиллерию. Смотри, смотри, вот Ксион уехал сюда наверх, на 54-ке, да? И сюда же поехали сейчас у нас арта. Что это будет? И семерки устремились плотным таким вот рашем, устремились вперед. Готовы ли их встречать? Да, выезжает да, также на центр сейчас Gears of War. Заруба в центре, я чувствую. Ой, заруба, зарубистая. Какая плотная заруба будет. Просто едут друг на друга. Вот смотрим, да, Даркид едет, первый фанат Эрли Роя за ним. С твоей стороны. 30-ок на гору. Вот, есть первый засвет, есть, начинается. Ой-ой-ой, Сергам сейчас по нему идет фокус, но... Также получает фанатор, и вот здесь за камушком могут спрятаться 42-е. Сейчас заедут 3 тридцатки, и будет, наверное, ой-ой-ой, потому ух что... ты! Но одна из них уже получает 494 хп. Это здесь сверху, хп. Посмотри, что происходит на этом мониторе. Есть минус первый, минус Сергамсик. Вокруг камня танцы начались, да? Да, вот он здесь уже решает тридцатки фокус. Тридцатки сверху, и... как на ладони, одна из них уже почти мертва. Кто это у нас здесь? Карданол. Да? Карданол, да. Посмотри Карданол. Сюда, фанатор. Фанатор сейчас находится позади своих противников и всех накидывает сзади. Его просто сзади. Не видят. Сейчас вот смотрят, получается, Gears of War, вот они красные, ну, смотрят как бы видят, на зеленых. Не обращают просто внимания, потому что внимание сфокусировано на других танках. А тридцаткам накидывают тем временем. Умудряются еще по тридцаткам пострелять вдалека. Ух вот ты! Помогает. По 800, по 600. Классная арта сейчас разрядилась и забирает. Четверка приехала к тридцаткам. Ну, здесь она не проедет. Давай опять посмотрим сюда. До арты, посмотри. Арта сейчас у Лавины погибнет. Легионер и Кверти. Хотя тридцатки могут не дать. И, скорее всего, не дадут. Я думаю, арта тоже сейчас как-нибудь, да, пытается расправиться уходить. Здесь. Две тридцатки сейчас целятся в эту 54-ку, пытаются ее выловить. Одна промахивается. Вторая не сваншотит, 921 хп. Ксион уходит, забирает Кверти. Интересно, сделает что-то со второй, нет? Тридцатка не ваншотит такое количество хп. 684 снимает. Я все понял, посмотри, зачем вот здесь эта артиллерия. Они очень хорошо видят центр отсюда. Да. Вот что значит новая карта. Да. И открытие делаем даже для себя. Так, Ксион там уехал? Пропал из-за света. Пропал из-за света, Ксион. Вот он. Буквально 30 метров до танка, нету в засвете. Нету в засвете, разобрали здесь на центре 42-е. Умирает Ксион, но 10-6 проигрывает да. у нас Лавина сейчас. И Апостол на всех парах, сейчас попытаюсь переключиться именно на него. Апостол на всех парах мчится на одну из тридцаток. Ай-яй-яй, переключил.
Вторая тридцатка сейчас поможет, но я думаю, 300 хп успеет добрать апостол. Да, вот он, вот он, вот он. Апостол против Бургер Кинга. Промахивается тридцатка. Что же такое? Кока-кола. Что же Кока-кола? Не выпил Кока-колы. Не зарядил свою тридцаточку Кока-колы. Судя по всему, не залил. Ой, Рурунга пытался здесь топливо выскочить на Бургер Кинга, чтобы добить его. Ух ты, получает от Мауса. Кока-кола, кстати. Да. Уничтожает кого-то. Ух ты. Есть бой минус Кока-кола, минус Бургер Кинг, и остался Маус, и 1-92. Где 92? Вот, а он, вот он. Убивает. Ух ты! И Маус забирает тоже, да, своего противника, еще, Апостола. Еще немножко. Еще поборятся. Борются. Понятно, что в принципе они уже здесь сильно. Вот интересно, Калента. Калента на 261 он видел, где 92 легионер. И сейчас объезжает, будет, да? ПТшить. Будет его. Вот они встретились. Но разряженный легионер. Еще не разрядился. А Калента успеет ли развернуть сюда? Но и где же будет выстрел? Ваншот, нет? Будет. Есть. И давай переключимся на последнего танк у 515 хп остается у Мауса, он пытается здесь что-то делать, но понятно, что он уже, да, здесь 75 ничего хп у него, 75 хп против него и двое. Последний выстрел. Все. 1-0 в пользу. ТД-42. Клешня Денни. 4,5 минуты занял бой у нас, и как мы видим. Такой быстрый, динамичный, такое мясо. Здесь решила. Что здесь решила? Наверное, все-таки качество рук, наверное, получше было. Мне и кажется, качество... здесь был очень хороший ассист. То есть ассист. Фокус по единичным целям, по вот этим. И как они перекинули артиллерию туда наверх с первой базы артиллерии? Да. Наверх и как карта между хоть называется? Двумя горками. Фьорды. На карте фьорды, да. Ты даже забыл, как называется. Я забыл, как называется карта. Действительно, очень редко на ней появлялся в рандоме и в ротах, в которых я играю. Она только в последнем патче появилась. Понятно, что еще большого опыта игры на этой карте нет, я думаю, ни у кого. Да. Ну, конечно, карта, то есть команды, которые сейчас готовились к финалу, я думаю, тренировали эту карту. Естественно, как без этого? Ты что, если бы они не тренировали, то мы бы... Да вот такие мини-находки с артой, например, вряд ли мы бы увидели. Да. Ну и такая более стандартная тактика у Лавины. Но Лавиной решили... По go forward, kill all, да. Но так получилось, что... Kill all не получилось. Kill all, да. Только go forward. Ну, удачно проехали, удачно. Если бы еще Маус мог стрелять на самого начала боя, хотя, наверное, он мог там стрелять, он потом уже забился в уголочек. Ну да. Да. Тридцаток хорошо поставили, но... Хорошо поставили, но как-то они там не смогли... Они не попадали, мы видели, как два раза промахивались тридцатки, это было даже что-то больше с чем-то. Промахов было у тридцаток довольно много. Мы знаем, что тридцатка, в принципе, по точности, особенно после патча какого, 0.66 или 0.67? 0.67, да. После патча 0.67 стала по точности далеко не самым лучшим. Не такая уж точная, да. Да, но в принципе, когда тридцатка стоит и не ездит, то более или менее точно она стрелять может. И все-таки, как это была страшная машина с огромным дамагом, так и сейчас она остается такой же машиной. Понятно, что Е100 составляет ей очень большую конкуренцию, но у тридцатки есть по свои. Количеству ХП, да. Да, есть свои положительные стороны. В первую очередь, это динамика, несравнимая с Е100, очень хорошая башня. Углы наклона орудия и естественно, пробитие. Пробитие получше. Бронебойным снарядом, скажем так. Да. Если говорить о кумулятиве у Е100, там пробитие это хорошее. Согласен. Ну и также арта. Арта тридцатку может очень опечалить, а соточка Е100, она, да, такого не сделает. Все-таки экранная, ну, то есть у каждого танка из этих двух есть свои плюсы, свои минусы, они конкурируют друг с другом. Понятно, что оба танка бывают нужны, но в разных ситуациях. Все танки хороши, все танки нужны. В принципе, кстати, на вот этой карте, мне кажется, даже Е100 были бы тоже очень актуальны. Потому что карта на самом деле достаточно закрытая. То есть здесь больших расстояний для прострела не так уж и много. Е100 плох на больших расстояниях, у него точность невысокая. А вот здесь не так уж и много больших расстояний. Здесь в основном весь бой происходит на дистанции до 150, буквально 200 метров. Это все нормально. Я отвечу чуть позже. Чуть позже, хорошо. Да. Я там уже ответил. Здесь организационный момент спрашивают по этим всем матчам. Сейчас мы увидим второй, да, бой. Да, Сергамси вот командует, хочет сделать замены, видимо, капитана Gears of War Лавина. Кардинал вниз, Динамо Лака вверх, Артридес вниз. Лео вверх. Ну... Лево вниз. Ну что ж.
Apex пишет: бодрая танковая рубилова. Бодрая танковая рубилова. Действительно бодрая танковая рубилова, сейчас мы увидели. Такой замес. Вот мне кажется, все-таки Е100 или Маусы на этой карте тоже очень интересно. А доедут ли они вперед так быстро, вот так Маусы сильно? Маусы, может, и нет, а вот большое количество Е100... Смогут сначала сдержать. Интересно. Да, и мяса больше, понимаешь? Намного больше мяса, намного больше ХП, чем у тех же семерок. И выходя, скажем, там 5 Е100 на 5 семерок, я думаю, результат понятен заранее. Потому что даже более-менее одинаково друг друга дамажа, все равно семерки закончатся раньше. Да. При этом, как бы, сотки-то в семерочку все-таки попроще разбирать и пробивать-то попроще. Ну, кумулятивом есть. Кумулятивом вообще просто делать все. Ну, все-таки на турнире в основном народ стреляет. Я думаю, да, когда речь идет уже о призовом фонде, о деньгах, реальных деньгах, которые нам да обеспечивает и вообще на спонсор. На отборочных. И как бы тот человек, из-за которого этот турнир начался, так, и, как да, Мартин 70, спонсор турнира и главный организатор, турнира. Обеспечивает очень хороший призовой фонд, и я думаю, здесь уже народ-то на голду не скупится пострелять. Угу. Поэтому здесь вряд ли кто-то там ББшками стреляет. Хотя, не знаю. Второй бой. Первый выиграли у нас. Мы видим, что у нас по составу команд одно изменение. Я не вижу... А, СТ-шка, все, вижу СТ-шку. Да, есть у ТЗ-43 изменения, минус, изменение. Минус СТ, минус РТ, взяли двух семерок. Со второй базы они сейчас начинают, но посмотрим, что они сделают с этой базы. Действительно ли это будет... Показывает F6, F7, Апостол, вот туда летим. Парни, посмотрим. Летим туда. F6, F7, опять бодрое танковое рубилово. Наверное. И опять в центре. Ну, просто нет еще каких-то таких исхищрений, наверное, на этой карте еще не придумали. Да, видим, вот, все поворачивают налево. Не знаешь хитрых тактик, езжай по центру, да? Кстати, да, смотри, Дью не прогрузился. Не прогрузился? Да. Это очень нехорошо. Что в таких случаях у нас происходит? Ну, сейчас посмотрим, может быть, прогрузится. Если сейчас команда потребует остановить бой... Нет, все, он прогрузился. Прогрузился, отлично. Буквально прошло несколько секунд, и я не думаю, что это критично. Да. А вообще, если совсем танк у нас не прогружается в бою, и так как это не автоматическая система, а тренировочной комнаты, то команды могут попросить остановить бой и переиграть данный бой. И это, в принципе, нормально. Угу. Это правильно, так как это все-таки киберспорт. Здесь такое вот... Не повезло, ну, не совсем корректно. Но если танк прогрузился буквально там в пределах там 10-15 секунд после начала боя, я не думаю, что это критично, и кого-то это как-то заденет. Да. Едет первый Апекс, за ним Уру, Рунга, Ксион, Даркит, семерки, вот они выезжают на центр, и их, в принципе, сейчас Паладина готовы принимать. Встречает. Да, они здесь заняли такую оборонительную позицию возле камней. Да, вот сейчас есть засвет, ой-ой-ой, Апексу прилетает, как хорошо, у вас семерочка с тридцаткой прорядились по нему и видят все кстати, это. Кстати, по ним промахнулись. Минус. Вот. Первый минус. Апекс. И ух ты, вот это да. Просто сейчас отлично принимают. Я смотрю, очень много промахов у команды ТД-42 сейчас. Ну они на ходу. Ну да. Ой-ой-ой, минус еще и Уру-Урунга. И что теперь? Прячется вином за камнем. Отлично сейчас. Думали прорашить 42-е по центру, но отлично принимает. Видим 54-ка, Динамо 777. Сверху тоже будет накидывать им отсюда. При этом у Лавины, что интересно, Маус-то из боя выключен. Он в стороне, далеко, сзади. Вот он сзади, возле арты. Прикрывает арту с фланга. А 54-ка тем временем, давайте я сейчас ее покажу, сейчас прощелкаю до нее. Вот она, посмотрите, куда она заехала. Сбоку. Аккуратненько, сейчас высовывается, простреливает сбоку. Я думаю, хотел ух ты! Посмотри, как арта разряжается. 92-й да, сейчас да, да, минус сразу с трех поднимается. И это еще второй, сейчас кстати, минус 817. Это была арта или тридцатка? Это была тридцатка все-таки. Я сейчас покажу. 54-ку заметили, начали по ней разряжаться. Да, но я сейчас показываю все с первой камеры. Там, где у нас погибают просто на центре 42-е, их отличнейшим образом принимает. Ну, пока у них мало минусов, но очень много сильно побитых танков. Да, вот 1-261 отсюда он ничегошеньки не сделает. И Дью остался ждать в стороне. Так же, как и Маус у Gears of War.
Да, но Маус, кстати, поехал. Только как-то он странно поехал, минус. Поехал назад. 54-ку забирает Калента. Все, она не будет им мешать там сбоку. И что теперь? Как теперь поступить? Что? А, Маус решил по низу города поехать, судя по всему, на левый фланг. Ну, там как раз Ю его и ждет. Слушай, ну очень плачевная ситуация. Сейчас находятся 42-е. Ксион, Калента, Веном, Даркит, Бладос и Лерой ваншотные. У Батискафа 1200 хп и 800. Вот, а у минус Лавины-то Бладос. Повеселее, повеселее. У них ваншотный буквально один лаком и Стелио. И вот они, да, отъезжают назад. Видим, разряжается артиллерия, чуть весьма попадает. Бодрые и веселые, я бы сказал. Да, 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 да. Вот, вот минус один Дакит. Это 5-1. Пока что. Да, арта попадает по серьгам все немножко. Сейчас, вот, судя по всему, будет 6-1, потому что там, или, может быть, даже 7-1. Нет. 5-2. Пока это 5-2. Сергам всегда минус, апостол убивает его. Пошли и выезжает, давить, Лавина пошла давить. Выезжает вперед, забирает, да, забирает Лероя здесь. И Ксион ставит метку на Флаймикса. Но, убивает тем временем, минус одного. Ксион. Арта разряжается с флешем, снимает, ну, не сильно много, минус Фламикс, танк. Да. Сейчас обходят два танка у них сбоку. Ну, здесь остается только добрать, да, минус Калента, сейчас будет, скорее всего, минус Веном. Выходит, выходит Саня, 91. Да, получает, не пробивает, что ли, Веном, а Деспел здесь, да, минус Веном, но и осталось Деспа очень мало. Исправил его непробитие. Апостол погибает, 95 хп у него осталось, Батискаф ваншотный. Сейчас его доберут. Да, Арта не попадает по дисплешу. И, ой, Лео выехал сильно. Пятятся назад, но сейчас, судя по всему, умрет. Да, минус Батискаф. Еще раз разрядился, кстати. Пробил хоть? Пробил. Вот, да, все, умирает минус апостол. Сейчас будет минус Последняя фанат. Последняя семерка остается в центре. Ой, и там, кстати, Дью тем временем тоже поехал, встретился с Маусом. И такое ощущение, что Маус в ноль расправился с ним. Да, и доктор Анимал, да. Верта? Да, вот она. Понятно. Ну, сейчас будут искать. Да, я думаю, очень быстро найдут, тем более доктор Энимал только что разрядился. И вот уже 30-очка у нас едет во главе планеты всей практически. Да, вот чуть-чуть правее там артиллерия, вот за камешками вот здесь вот, да-да-да. Угу. Да. Не увидел ее 30-ку. Не увидел, Но семерки. Доктор Энимал видит 30-ку, накидывает ей, да, вот есть засвет. И, видимо, сейчас... Скидился после да, выстрела и умирает от этой самой 30-ки. Доктор Энимал. И что ж, 1-1. Ну, как-то слишком просто захотели выиграть сейчас 42-е. Да, так вот нахрапом после первой такой легкой победы решили, что вторая победа тоже достанется легко. А ну, не было. Тут-то было. Классно, приняли. Просто встали, вот, командир... Не стали спешить. Да, мои дифирамбы командиру... командиру Гофлавина Сергамси. Сергамси, насколько я знаю, да? Или Сергамси, не Сергамси. Знаю, как правильно. Ударение. Фанатер пишет прикольно. Прикольно. Ну, прикольно, да. А что еще написать по поводу? Да, если кто не знает, фанатер — это участник команды Герзов ТД-42. Да. Посмотрим третий вот бой. Команда снова меняется респами. Действительно ли сейчас 42-е опять нахрапом попытаются? Нет, они уже знают, думаю, что противник... Думаю, будут уже поаккуратнее. Да, что противник готов. Вот, но... С этой базы у них получилось все очень хорошо, именно нахрапом. Нахрапом. Ну, второй раз не получилось. Третий раз, я думаю, обе команды уже будут понимать, что это бой решающий. Будут более осторожны. Да, это все-таки матч за третье место, которое дает им 2000 призовых на команду. Ну, вообще, четвертое место, на мой взгляд, самое обидное в любом турнире. Да. Чуть-чуть не дотянул, называется. Так обидно, вот. Когда там где-то там в первом групповом этапе вылетел, ну, знаешь, вылетел и вылетел. Лучший, да, из остальных. Ну и что? Да. А тут четвертое место как-то, ну... Чуть-чуть не хватило, да? Это так обидно всегда. Угу. Усиливаются сейчас 42-е. Вижу, два Мауса. Два Мауса. Появляется. Апостол как раз садится на Мауса. Угу. Даже три Мауса. Уру-Урунга тоже на Маусе. И опять замены. Артридеса вниз, Динамо вверх, говорит у нас Сергамси. Пожалуйста. И Динамо пишет: меня вверх, Артридес меня вниз. То есть они подтверждают. Лаги. Пишет, что лаги Артридес меня вниз. Не знаю, лаги ну вниз. Что ж, бывает. Не у всех хороший интернет, не у всех 100%. А даже если у кого-то хороший интернет, то бывает всякое случается, как у нас, например, да, вылетает X-Split. Я не знаю, что с ним делать. Может, мы откажемся от этой программы вообще. А куда мы денемся? И будем чем-то другим
Нет? Не откажемся. Не откажемся. Ну хорошо, значит. Будем транслировать с помощью XSplit. Вообще, странно. Странно, что? Что такое происходит, но я надеюсь, что... И именно на боях будет... Red Rush. Действительно, у Мункиса есть красная кнопка. Кто-то писал на форуме по этому поводу, что Мункис силой мысли останавливает сервера, крашит программы. Вот, обожествляют практически. Гладос пишет, Рубилова бессмысленная и беспощадная. Ну, я бы не сказал, что бессмысленная. Смысл как раз-таки весьма похрустывает. Да. А насчет беспощадная, да, готов согласиться. Здесь пленных не берут. Посмотрим, очень скоро уже у нас все начнется и закончится, по всей видимости. Ну, не знаю, как насчет скоро закончится. Команды, может быть, будут осторожничать в этот раз. Потому что карта такая достаточно закрытая на самом деле. Здесь можно и задефиться, на мой взгляд. Ну вот как это сделали лавина сейчас. Ну да. Или можно задефиться, ну, не просто думаешь, так вот, а в глубокий деф. Вообще у себя на базе стать. Да. Ну да, и оттуда тяжело будет. Как-то чем-то. Пишут в комментариях в это время. Ничего не пишут. Не нужны мы никому. Нет, ну, кое-что пишут, но в принципе ничего нового. Ну у нас же задержка 8 минут. Ребята еще не досмотрели второй бой. Там где... Опрометчиво выехали 42-е. Ну, там уже, в принципе, с самого начала было понятно. Когда они выехали, тут же наполучали так весьма неслабо. Было понятно, что этот раш натолкнулся, да, вот на такое жесткое сопротивление. И, в принципе, на этом завершился. Так, ну, Сергамси пишет, мы готовы. Сергамси, капитан команды Gears of War Lavina. Ты забыл переключиться на русский язык? Я всегда забыл переключиться на русский язык. Мы тоже готовы. А вот 42-е еще что-то мудрят. Ну, Апостол вышел в ангар. Вот, берет арту. Сначала сидел на семерке, потом решил на маусе, теперь на арту пересел. Ага, как спишет, сейчас мы тактику придумаем. Мы сейчас тактику, говорит, придумаем. Угу. Посмотрим, действительно, кстати, вот когда создается лобби турнира, то команды не видят, что у противника. А здесь, в тренировочной комнате, можно быстренько подстроить контру. Ну, я бы не сказал, что это так легко. Можно, конечно, посмотреть на сетап противника. И, в принципе, есть такая мысль, поступали такие предложения, что... На будущее будем, когда в тренировочных комнатах организуются турниры, ну, во всяком случае, LAN-турниры, да и здесь можно тоже организовать. Команды заранее вот... Пишут свой состав. Тренировочную комнату, да, заранее написали судьям свой состав, каждый, да, независимо. И после этого должны взять именно те самые танки. Угу. Сказать, готово и поехать. Да, ну, это легко. Это, в принципе, было бы весьма неплохо организовать. Я думаю, мы так в следующий раз и сделаем. В этот раз уже как бы провели как... Как всегда это делается в тренировочных комнатах, но усовершенствуем. На будущее, да, усовершенствуем систему проведения, это будет более спортивно, на мой взгляд. Несомненно. Матч за третье место. Хотел уже сказать Dead Rush, ага. А не за первое. ТД-42, Денис Клоу и Gears of War Lavina. Комната тренировочная, карты Фьорде. Неизвестно никому. 14 на 14, абсолютный формат, бери что хочешь. Да. И вот мы, кстати, видим, что в турнире Hockey Open из трех красных команд две дошли до финала, из трех зеленых одна дошла до матча за третье место. Это означает что? Означает то, что не просто так какие-то команды пришли по приглашению, а пришли сильнейшие команды. Да, и смотри, меняет опять свой сетап команды ТД-42, Денис Лоу, 3 тридцатки. Теперь у них, также у них есть 8 семерок, 1 СТ и 2 арты ГВТ-ПЕ и Т-92. Как, да, мы помним, тридцаток арта... у них не было до этого. Не было. Как мы помним, арта у них очень хорошо работает. Ну здесь, мне кажется, все-таки не та карта, где арта решает. Да, что у Gears of War? У них опять три тридцатки, маус, две арты, одна 54-ка и все остальные семерочки. Семь штук. Let's see. Let's look. Слушай, а мне кажется, теперь будет принимать как врагов, кстати, как раз 42-е. Команда 42, да. Посмотрим. Лавина устремляется на левую сторону карты, но не все.
Не все. Ой. Я смотрю, три семерочки отделились от этого основного направления. Покажешь сейчас, давай на тебя переключусь. Да, вот сейчас есть основное направление удара, мы его видим. И вот четыре, да, три семерки и маус. Сейчас я их покажу. Едут в другую сторону. А, нет, не в другую, они просто поднялись по другому подъему. Да. Маус. Нет, маус тоже, судя по всему, сюда. Он правую будет. Сторону все бросили. Просто. Да. И вот, как и в первом бою, семерки у команды Денис Клоу, ТД-42, едут вот сюда вот, на центр. На центр, где, в принципе, они смогут постреливать из-за холма. Где в прошлый раз принимали своих противников лавина. Вот да. Интересно, остановится Денис Клоу на этом месте или все-таки поедут дальше? Да, вот Ксион, кстати, заезжает наверх. Очень хорошее место действительно здесь для СТ-шки сверху. Но его там уже, в принципе, готовы будут принимать. Сейчас, да, есть замес. Есть замес на центре, включая на твою камеру. А на моей камере 54-ка. И вот на моей камере. 54-ки... Встречают друг друга. Давай, да, первым разряжается Ксион. Получает ответку. Посмотрим, чем закончится эта дуэль. Ой, да, Ксион, Динамо. Три семерки. Динамо хорошо сейчас прошивает. Кстати, Ксион оба раза нанес больше повреждений, чем Динамо. Он за 300 оба раза. Вот, вот 5, почти 400. А Динамо 270. А почему 300. Так? Ну, не так, проходит у Динамо есть полный небольшой, дамаг. Ух ты! Небольшой разброс по дамагу. Но там... ему помогают. Помогает арта. Ну что? Кстати, тем временем минус, да, минус, все да. Все убивает, остается 62 хп у него. Минус цели. Также тем временем Дипаш, это семерка у команды Gears of War. И вот смотрим уже сюда, вот к этому следующему камушку подъехали. 1011 только что получил Саня 91. Да ладно, да, от вот арты, вот. По-любому от арты. По всему. Хотя и 30-ка может столько воткнуть. Да, ух ты, минус Рурунга, это делает у нас легионер. Два 92-х в разных командах взяли свои фраги. И выезжает сейчас ТД-42, Денис Клоу. Здесь единственный лаком, они должны по-любому сначала сфокусить его, да, но получает Апекс, минус Апекс. Получает Апекс, и ух ты, Апекс. По Сергамсе, ух ты, опять 1000 раз зарядился арта, его бы добить. Вон Рурунга ставит на него метку, да, добивает его Бладос. Заметь, 42-е все время... проявляют инициативу. Они первыми идут в атаку, да. Всегда. Минус Сергамси, минус Деспи, минус Лаком. Очень хорошо начинают Строктеры, но горит здесь Даркит. И подёртые вином. Минус Бладос. Вот сейчас. Подровняли счет. Сейчас убьют еще. Да, они заметили, что это. Только Колова туда сверху настреливает по ним. И что дальше? Даркит умирает. Хотя он и прятался за трупом. Да, минус Даркит. Но не получилось. Теперь бы переждать, но в западне Дью... Он один. Ой-ой-ой, почти умер сейчас с 997-458. 47 хп у него осталось. Да, но вот еще с этой стороны Лерой и Батискав могут прикрывать Ксиона. Тем временем тоже 64 хп осталось всего лишь. Дио отстреливается, но... А я сейчас покажу еще один интересный момент. Сейчас, секунду, я на него переключусь. Оп, пропало из-за света. Мы видим, что... сюда, к маусу, ой-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 
48. Ух ты, ух ты. Посмотри, у 42-х одна семерка объехала всех. Вот мы сейчас ее не видим, ты ее можешь показать со своего монитора. Вот она, да, есть. Кто это? Фанатор. Как раз таки. Ну, это будет надолго, Маус против семерки, это всегда надолго. Пока что на центре остается Дью, Веном, и вот там вдалеке Лерой с батискафом. Что они смогут предпринять? Вот Дью отстреливается, к нему уже подъезжает Лео. Ух ты, ух ты, ух ты, не сваншотит его по-любому. На равных Лео. Идут команды. Да, батискаф убрал бургера, это 30-ка, которая мешала им. И что остается? 42-е сейчас с отрывом в два танка, но у них очень сильно побитые танки в центре. Хотя у Ю... Лавины тоже. Уже 3 танка, 4 танка. Ой, Саня, это, наверное, решает бой. Да. Все-таки 4 ствола лишних, это 4 ствола. Стелио, Стелио, кто его пробивает? Кто ему 305 тут только что кинул? Вот Дью, по-моему. Ты думаешь, Дью? А может, Стеха сверху? Кидают. Ух вот, ты, все, есть умирает. Минус, да? И Лерой добивает его. Остается Маус, 2 арты. У Мауса уже проблемы, к нему приехал вплотную фанатор. Урядник. У арты сейчас тоже проблемы будут. Переключайся, где у нас арта? Ну, я сначала на Мауса. Давай, на Мауса, а я найду арту. Вместе с СТ, с Ксионом, который уже это делает. Вот он в виде 92-го легионера. Пишут команды, все уже понятно. Да, нашел легионер обе артиллерии. Сейчас вот, ой-ой-ой, не попадает только что по артиллерии. Веселая танковая рубилова на новой карте, спасибо за бой.
Ага. Да, действительно веселая танковая рубилова. В кои-то веки. Слушай, легионер разворачивается, может сейчас добрать Сиона, но что это уже решает? Хотя было бы интересно. Да! Урядник добирает Сиона, то есть Маус вот оттуда сумел его выцелить. Ну, легионера добирает, естественно, прямо и сейчас. Маус остается последним. Хоть он и героический, но придется умирать. Да, смотрим, фанатор его здесь уже изрядно потрепал, не пострадав сам абсолютно. Дью стреляет ему в задницу, Веном тоже подъезжает, хочет отгрызть от него немножко. Ребята, все лишь тренировочная комната, здесь не дают медальку грозы мышей. Фанатор, отъедь назад. Ох ты, Веном так что не пробил, что ли? Прячется Маус за семеркой, идет параллельно с ней, чтобы не от всех... Ой-ой-ой, тем временем убивает Дью даже! Да. Ну все, здесь фанатор перезарядится немножко раньше, мне кажется, и доберет. Да, минус. А, Веном даже. И мы можем поздравить команду ТД-42 Клешня Денни с занятием третьего места в турнире Хаки Оупен. Они выигрывают 20 тысяч... 25 декабря 2011 года они занимают третье место и выигрывают... 2000... долларов. Не, давай, 2000 зеленых президентов на команду. Долларов на команду. Ух ты! Ну, было классно. Наши поздравления, ребята. Действительно, вот, особенно последний бой вот этот. Ну, во-первых, мы должны отметить, что это единственная команда, которая смогла выцарапать победу в течение турнира у команды The Red Rush. Первая команда The Red Rush. И более того, победу со счетом 2-0. Да. Но еще не все закончено. Буквально через 20 минут мы начнем следующий матч. Точнее, начнем его не мы. Начнут его команды The Red Rush и The Red Rush. Только одни первые, другие вторые. И вот еще будет возможность увидеть, может быть, еще одно поражение первой команды. Еще одна веселая танковая рубилова. Да. Но, кстати, команды, по-моему, готовят там небольшой сюрприз. Оставим это пока что в тайне.